Всем привет! И у нас война. Осталось 2 часа до конца. У нас 38 тапочков. И у противника 5. 5 всего? Слушайте, ну... Мне кажется, у нас есть все шансы выиграть. Надо только хорошо сейчас откидаться, да? Опять зеленый центр неизменный. Ну, пойдемте сразу красненькой командой. Сейчас найдем без Веллы. Без Веллы команду. Так, взяла... Не, ну, красный-то я пойду на Теллурию. Вот, смотрите, вот сюда. Или нет? Или предводителя. О, давайте предводителя. Все, как я люблю. Идем Кифа. Марьяна. И погнали. Кто у меня тут? Кто у меня тут? Горник. Все, Елене отряды. Сегодня надо по максимуму очков набрать. Вроде как противник не очень сильный. Сразу по Теллурии и камушке. Я вот думаю, может эти три не собирать, а что-нибудь намудрить. Или ну нафиг? Нафиг мудрить. Здесь бы еще красненький. Далековато. Давайте, может, тут упадет. О, вот, все. Сейчас Телла должна умереть. Отлично. Все, отлично. Я довольна. Давайте, наверное, левую сторону убирать. Сишат уже почти зарядилась. Клык пока пусть терпит. Сейчас надо камушками как-то добить Анатель. Ну, что-то под ней камней не появляется. Давайте похилимся. Смотрите, где камни-то? Вот сейчас я, в принципе, еще через ход 3 соберу. Будет Елена. Но у меня Зимкифа уже по Елене не успеет. И, наверное, спадет. Ну, да. Я имела в виду, что спадет срез брони. Она уже не добьется камнями. Что-то вроде так все хорошо начиналось, уже полкоманды мне снесли. Как так? Это все потому, что камень не шел. Мы вроде разрулили. Но были бы герои тут посерьезней в команде, не разрулили бы. Ну ладно, это был самый легкий бой, потому что это красная команда. Посмотрим, что будет дальше. Так, давайте найдем для моей фиолетовой команды цель. Ну, можно, кстати, вот теперь с Веллы кого-то взять. Ну да, вот тут, например, куча грязища будет. Как раз фиолетовые сюда должны хорошо зайти. Это какой-то серьезный противник. Тут я что-то уже не уверена, что я выиграю. Только если с камнями повезет. Как-то так.
поменяем отряды. Все, погнали. Вперед, вперед. Дайте мне камень. Дали. Ну все, мне уже это не нравится. Уже все идет не так, как я хочу. Уже мы не зарядились. Камни все разбросаны кое-как. Непонятно вообще, что с ними делать. И я сейчас всех просто заряжу, и все. И на этом все закончится. Мне нужен срочно Ригард. Ну, будем в любом случае Теллурию сносить. А вот... Мне нужен Ригард. А почему я три под Жаном не собрала? Ну ладно, в принципе, они так собрались. Ну все, все. Жопа дело. Даже Телла не сдохла. Как она вообще не сдохла? Я даже... Короче, все, я расстроилась. Какая-то, блин. Чуть-чуть камень идет, и все, и до свидания. Ну, точнее, он появился, но он появился вообще не вовремя. Очень не вовремя. Уже нафиг никому не нужный камень. Так, ну чего, синяя? Я вот думаю... Нафиг Теллури не брать. А с другой стороны, а кто их бить будет? Сколько у нас там? 34. Ну ладно, если что, будем желтыми тогда добивать какие-нибудь там. Не буду уже Теллурию желтыми брать. Посмотрим сейчас. Пойдемте сюда синими. А какие у меня еще там команды? Синие. Желтая, зеленая. Короче, все уже не под Теллури. Магний опять не туда. Нам-нам-нам-нам. И Соня. Отряды и Зарни. Все, погнали. Это просто кошмар. Чё делать-то? Ну, товарищи, они просто издеваются. Вот реально. У всех так? Или это у меня полоса такая началась? Дебильная. Ну что ты, что вот здесь я могу сделать? Ничего. Может, я что не вижу? Я знаю, что я не вижу. Я не вижу достаточно синих камней, чтобы зарядиться вовремя. Теллури ультует второй раз, и это уже снижает еще больше шансы выиграть. И не то, что выиграть, даже ее убить. И это поражение. Успею еще по Елене пройтись. Ни хрена я не успею.
Ой, мне не нравится. Это... Мне это очень не нравится. Что-то пошло не так опять. Вообще, одно очко. Так, ладно, на него я больше не пойду. Хотя противник не самый сильный. Вот были бы камни, и его можно было бы очень, очень даже быстро разложить. Так, давайте, наверное, добить тогда попробуем. Добьем вот этого товарища, например. Можем даже с синими сюда пойти. Или желто-синими. Да? Да, давайте желто-синими. Почему? Потому что у меня есть как раз Кирилл бесхозный. Там плюс стоит кот, которого тоже синими хорошо бы. Возьмем два шотера. Кирилл. Даже, наверное, пусть будет... Джун вот так, а сюда кого-нибудь сейчас грима возьмем. Собственно, два грима и возьмем. Вот так вот. Или шакала взять. Или грима взять. Пусть будет лучше тогда шакал. Потому что под ним и джуны хорошо зайдут. И гримов два, в принципе, нахрена они нужны. Хотя они мне нравятся вдвоем. Они вдвоем как-то тащат. Один пройдется, потом второй пройдется еще сильнее. Нормально. И сразу по трем целям вообще шикарно. Так, единственное, что отряды отдадим шакалу. Ну, погнали. По-моему, такой команды я еще никогда не ходила. Что-то у меня все. Мона да мона. Говорят, надо биви, надо 3-2. Ну вот, будет 3-2. Сразу желтенький кристалл. Сейчас. Минус один. Знаете, я буду по Телли бить. Потому что нафиг надо, чтобы она по мне прошлась. Синими она добьется? Не добьется. Так что... Чтоб наверняка придется на него потратить джуна. И сейчас надо кота замочить. Он мне что-то он мне не нравится. Он такой странный. Пока, блин, не поиграешь за героя, не поймешь, в чем его прелесть на самом деле. Что-то он иногда мне не страшен, а иногда что-то творит. Неведомое. Как мышей набросает. О, еще один кристалл. Ну вот, чудненько сейчас похилимся. Сколько у нас еще будет эта слепота висеть? Три хода. Ну что, в надежде, что попадем? Да. Кто-то-то должен попасть. О, отлично, все попали. Ну и грим. Грим вот промахнулся. А джун попал. Отлично. Ну, хоть добили в этот раз. Вот у меня и добивы не заходят иногда. Так. Так, что у нас осталось? Красный тапочек и зеленый тапочек. Ну, зеленым мы точно пойдем не на Теллурию. Можно опять же добить. На Зилайн я точно не пойду, тоже зеленым. В принципе, тут больше некуда идти. А, ну вот Атомос еще. Ну, давайте против Атомоса. Проверим его на прочность. В принципе... Вроде не так страшен.
ну, после фикса стал получше. Но будем надеяться, что я быстрее заряжусь, потому что зелененький быстрый. Я должна его быстрее убить. Пусть магний летит. Колбаса. Отлично. Какой магний картонный. Раз, и все. Нету магния. Так, креветочка зарядилась, но я тоже сейчас заряжусь. Я, может, даже похилюсь. Ой-ой-ой, как у меня Мелендор пострадал. Хорош, хорош, хорош. Стоп, стоп, стоп. Стоп. Ох, меня сейчас Атомас, похоже, Атата даст мне. Так, ну мне нужно хила заряжать. А, ну, в принципе, есть еще такой ход. Да? Ну, Лианка мне, наверное, не убьет Джуна, но можно попробовать. Потому что если выпадет зеленый камушек, то есть шансы. Вот, давайте. Сейчас главное, чтобы Мелендор выжил. Я тебя прошу. Нет, он не выживет. Черт. Просто все сдохли. Все сдохли. Креветка оказалась имбищей. Нет! Сдохни. Ну ладно. Половину снесли. Нормально это? Это нормально? Как? Я не умею воевать больше, да? Ну, раньше же у меня было все четенько. Ну, более-менее. Не знаю, уже 2 месяца просто не заходит, ну и все тут. Ладно, сейчас соберем красненькую, да, команду. Пойдем на Илканина. Да? Пойдемте соберем команду и попробуем расчехлить. Хотя, конечно, блин, рыцарь там этот стоит. А кто, если не мы? Они, конечно, жутко неживучие, вот эта команда моя. А может нам, собственно, и не идти? Фу, красная команда. Может быть, сейчас... Подождите, я подумаю. Кто у нас там еще? Ричард стоял, да? И вот сюда бы синеньких. И Ири, и рыцарь. Сейчас я подумаю, сейчас я подумаю. Скарлетт, Колин. Может, Уилбера вместо Скарлетт взять? Да, он, наверное, будет приятнее. И сейчас кого-нибудь из ударников надо. Только не массовиков. Он, кстати, Леони еще тут. Леони жалко, тоже не взяла ни разу. Ну, к Леони мне некого ставить еще. Чао, Лисю, я чуть не очень хочу брать. Больше у нас фуловых нет, пятерочек. Только Лёня, да? А кто хилить будет? Короче, я сейчас что-то намудрю. И все пойдет не так. А в принципе, а зачем нам Грозуль? При том раскладе нам Грозуль вообще не нужна, если это не... Телурия по центру. Поэтому я думаю, что Грозуль не брать.
Можно даже взять Скарлетт сюда же. И надо принять решение, кого мы берем. Хила, получается, у нас нет. Тогда берем сюда Клыка. Я обычно на видео не собираю команды. Но... А, знаете что? Не Клыка мы берем. Все, пусть будет два красных. Будет Сабина. Она, если что, антиспейлит рыцаря, да? И Протей долго не живет. Тибуртус не пятерка. Как мне сложно. Так, Колин. А давайте. А может кота взять? Давайте возьмем кота. Смотрите, он у меня на эмблемах, он должен дольше пожить. Да? Тибу я не хочу брать, потому что у нас и так есть бронерез. Это Уилбер. Ну, в общем-то, вот так. Да? Такая интересная команда без шотеров. Давайте попробуем. А что нет? Вроде все нормально, да, у меня? Единственное, что я бы отряды отдала быстрые протеи. Потому что он на самом деле тащит. Если он успевает набрать ману. И Колин быстрые отряды. Все, погнали. Что? Что произошло? В смысле? Я долго думала. Блин, я уже забыла, кого я брала. Так, ладно. Без паники. Без паники. Сейчас Убер. Так, протежка. И Сабина. Сабина. Все. Быстро отряды. Все. А, вот здесь меняем. Меняем. Все. Погнали. Погнали. Так долго собирала, чтобы не увидеть ни одного камня, блин, моего. Ну ничего сходу не собрать. Ну что это такое? Они издеваются. Ну реально, мне уже такое ощущение, что они знают, какую ты команду берешь. У меня же раньше прям были волшебные поляны. Где мои волшебные поляны? Ни у кого не заходило, а у меня были волшебные поляны, теперь у меня не заходит. Колин уже все откинулся. Ты рано откинулся, у меня на тебя были планы грандиозные. Планы по расчехлению. Нет, только не хил. Зараза! Просто... Да, у меня нет слов, без комментариев. Собирала, чтобы вот так вот всрать. Позорище. Ну давайте, все на меня одну. Гады. Ну, посмотрим. И сколько я набрала? Опять 200, наверное, даже не набрала очков. Смотрите, в самой заднице. 134! Жесть! Это у меня давно такого не было, мне кажется. Я уже такого не помню. Так, ну что, товарищи, я надеюсь, что... То, как я облажалась, не повлияет на результаты войны. Ну да. Надеюсь, что вот так у меня пока не заходит. Из тех, кто последний бьет. В общем, окончание войны я вам покажу. К сожалению, на войне у нас поражение. Совсем чуть-чуть отрыв у наших противников. При этом и мы отбили... Тапки все, и наш противник тоже. Ну, могли выиграть. Я, конечно, ужасно сыграла. Я имею в виду, что очков совсем мало.
Вот. Вот таким образом отбивались последние тапочки. Оборона стояла. Кстати, вот я не смотрела, как стояла моя оборона. Здесь, смотрите, 36, это добив. Значит, кто-то еще меня покоцал. А, да, вот. Ого! Ого! Смотрите, раз, два, три, четыре. И там пять. Пять тапков! Пять! Ничего себе. Так, это тоже добив. Раз, два, с двух. С одного. Ну, слушайте, оборона на этой войне нормально отстояла. Я не знаю, чем они ее били, что столько раз... Чтобы столько раз не зашло. Интересно, это один и тот же человек бил? О. Восемь. Девять, четыре. 34. Ну, разные, да. Классно, классно. Это Лянка у меня отстояла. Ну ладно, в общем, вот такие дела. До встречи в следующих видео.